Всем доброе утро, мои хорошие! Вы на канале Happy Family, меня зовут Светлана. Если вы вдруг не знаете, кто я такая, то обязательно подписывайтесь на канал, потому что вам с нами будет интересно. Это канал о нашей счастливой, веселой семье. И сегодня мы отправляемся вместе с детьми. Я надеюсь, что вместе с детьми, потому что у Катюшки сейчас болит живот. Сейчас мы... Лиза везет ей таблеточку, мы ей дадим таблеточку, у нее все пройдет, и мы поедем с детьми в Новороссийск, а затем в Витязево. У нас сегодня много дел. Первым делом нам нужно отправить две посылочки в деловых линиях. Вы к ним привыкли, я знаю. Мы снова едем туда же. Затем нам нужно будет, возможно, встретиться с еще одним артистом и передать ему реквизит заказанный. Затем нам нужно будет заехать в ВАУ и купить радиаторы, потому что скоро зима, а нельзя допустить, чтобы мы замерзли. И еще мы хотим заехать в Витязево, немножечко искупнуться, посидеть на пляже, а Саша хочет найти эти вот снова кейки, которые мы тогда забирали бесплатно возле пивных и магазинов с напитками, там они выбрасывают, и можно их забирать бесплатно и делать в них вино в этом году. Поэтому у нас очень много сегодня дел. Будем с утра до вечера в делах, в дороге. Ну а вы поедете с нами, не переключайтесь. Сидим в машине, отвожу Катюшку к бабушке. Не полегчало нашей Катюше, поэтому мы поедем без нее. Сейчас надо купить ей таблеточки. Да, Катюнчик? Катюнчик страдает, не буду ее снимать, пока она страдает. В общем, едем в Магнит. Дыма уже капец как много. Я вернулась. Сейчас надо, чтобы все были дособраны, пойти одеть купальник и отправляемся в путь, а то уже почти час дня. Можем ничего не успеть. Мы тут вовсю собираемся, и Миша собрался тащить вот этот ящик с собой. А ты куда ключи несешь? Все, уже сейчас пойдем садиться. Где твоя кепка? Кепку садись. Давай быстрее. Дома недоубранный бардак, а мы отправляемся отправлять заказы. Завтра будет уборочный день. Мишка, ну куда же нам такой ящик, а? Да? Нужен? А что мы будем в него, песок грузить? Так, скажи да. А Миша плавать хочет? А покажи, как Миша плавать будет. Покажи вот так вот. Ну покажи. Вот так вот будет плавать Миша, да. Поехали. Ну-ка покажись, покажись, покажись. Все, Саша больше не бородатый. А знаете почему? Нет, не потому, что он решил чаще бриться, а потому, что он собирается плавать. Значит, маска. Готовая? Ну все. А волосы расчесать не забыла? Я расческу с собой взяла. Понятно, это хорошо. Пойдем. Все, где Миша? Ой. Да, оставляем полный бардак дома и уезжаем. Ты нашел себе классное место? Большое, классное. Улизывается. Корзинки на велике папином. Все, идите в машину, что вы тормознули. Идите, мы опаздываем. Если он мне в корзинку залезет, да я не замечу его. Лизка, болтушка, иди уже. Мишка, догоняй Лизу. Сговорились на маленькую тележку и наконец-то идем в машину. Мы заехали Сашке на эту пивоварню. А тут так шашлыком прет, прям это туман от дыма шашлыкового. В общем, идем сюда. Следующая остановочка Лента. Сейчас возьмем Мишке коктейль. Может быть, даже Лизке возьмем коктейль, если она будет улыбаться. А еще купим Катюшке тук. Она попросила меня привезти ей тук под шумок. О, смотри, как у папы. Эта штука наклейка. Все, пошли в Ленту. Смотрите, местный житель. Крыса. Ой, какая пантера. Смотри, смотри. Она надеется, что ты ей покушать дашь, а ты ее обманула. А, мурмяу? А, мурмяу? Мяу, мяу. Ну, кто-то отгрыз собаки, наверное. Да, мурмяу? Вон, какие я себе маски нашла, смотрите. Кошка, панда и тигр. А тебе по возрасту еще рано. В общем, я себе взяла маски. Сейчас осталось взять коктейль и тук найти. А где здесь тук? Лизка ошиблась. Рядом с чипсами только семечки. Семечки, орешки, чипсы, все. Сухарики вот еще есть. Кто хочет сухариков? Печенек нет. О, тук, наверное, где печенье? Там.
туда. Вот они туки. По 95 рублей есть вот такое. Смотри. Сразу два тука внутри, я так понимаю. Да? Да, два больших тука за 95 рублей. А сколько так тук стоит? А? Не знаю. 100 рублей это дорого за две пачки или дешево? А? Ищи так тук. Отдельный тук ищи. Наверное, все-таки это выгодно. Еще и игра какая-то внутри. Выдави карточки из упаковки. Ешь больше тук, веселее игра. Прикол. Возьмем для кота мою рыбную палочку. Давай, одну, две штучки бери. Надо взять пакетик и взвешать. Ищи пакетики. Диска такая штука входит, деловая. Я вот такую ерунду детям возьму на обратный путь. Возьмем? Попкорн еще взять? С карамелью здесь пойдет? А? Шоколадный? Да. Ну давай один карамельный, один шоколадный. Хорошо. Вот это мы затарились. Смотри. На обратную дорожку. Все, Лизка пробила эти на 8 рублей. Колбаски, сосиски, как их назвать. Отклеивайся давай. Коктейль за 85 рублей. Большой. На вас на двоих. Пойдет? Все, пошли на кассу. Ты что встала? Иди давай. Как ты будешь кошечку сейчас кормить? А, у тебя руки заняты. А кошечка сбежала. Ха-ха-ха. Теперь эти палочки будешь кушать ты. Киски нету. Сижу около деловых линий. Саша пошел сдавать посылки. А Лизка побежала в туалет. Ну, а Мишка у нас, он спит, видите? Вот. И, собственно, я сижу, жду. Сейчас Лизка вернется, Лиза останется с Мишей, а мы пойдем наверх оформлять. А потом, наконец-то, поедем на море. Сегодня у нас 32 градуса. И я думаю, что море хоть чуть-чуть потеплело. Вчера температура в нем была 23 градуса. Это мало. Если будет 23, я купаться не буду. Но Лизка у нас морж, поэтому Лизка в море залезет. Мишка тоже, наверное, не будет, если будет холодно. Но все-таки попытаемся. А самое главное, нужно найти кеги, помните, да? А, нет, мы не на море поедем, мы же еще батареи не купили. Мы сейчас поедем в Бау. О-о-о. Там Сашка хочет себе какой-то термометр купить. А еще мы батареи должны посмотреть. А еще я должна купить полку под микроволновку, чтобы порядок навести временный в условиях нашего ремонта. А, поделиться с вами хочу, смотрите. Сижу сейчас, мне же на телефон приходит уведомление, когда кто-нибудь комментарий пишет. И новая хейтерша у меня появилась. Ходит и указывает мне, что снимать. Меня, честно, эти люди забавляют. Дорогая хейтерша, которая тут мне пыталась сказать, что это не мой канал, и я врываюсь на ее экран, показывая ей всякую хрень. Так вы не смотрите. Я вам секрет открою тем, кто не хочет нас смотреть, но давится и смотрит, что YouTube предлагает вам ролики, исходя из ваших просмотров. То есть, если вы смотрите такую хрень, то вам потом такая же хрень и будет показываться. В общем, делайте над собой усилия. Закрывайте ролики, которые вас не устраивают. Не пишите туда комментарии, потому что когда вы комментируете ролики, YouTube считает, что вы в восторге. И показывает вам еще такого же. Но что я объясняю? Умные люди и так знают, а остальным не объяснишь. Вот. Хорошо, что у меня почти все подписчики, кроме вот нескольких. Я знаю, что у меня 2-3 хейтера есть в подписчиках, потому что они заходят первыми, у них явно включено уведомление, они заходят на канал первыми и быстренько ставят дизлайк на новое видео. Ребята, я вас тоже ценю. Вы такую активность на канале создаете, что, как говорят это... Короче, вы мне канал развиваете. И на том спасибо, дорогие хейтеры. Ну а дорогих моих подписчиков, которые пишут мне хорошие комментарии, я очень прошу, пишите побольше. Пишите что-нибудь еще, я буду вам отвечать побольше. Я не всегда успеваю отвечать сразу, но вы не обращайте внимания. Просто когда дел много, я не могу сесть и отвечать на комментарии. Зато потом сажусь и за 3 дня сразу всем отвечаю, всем сердечки обязательно ставлю своим любимым подписчикам. Поэтому пишите побольше. А у меня уже вернулась Лиза. Ну как? Полегчало? Ага. А как? Ау. А там... Это закрыта дверь, но она не заперта. В смысле? Не в туалет. А, ну она... Это на вход. Она и была закрыта. Но я туда не собираюсь. Я потом в Бау загляну, в комнату отдыха. А сейчас надо отправить посылочки.
и быстренько перебраться в БАУ. Тут буквально два шага, метров 500 до БАУ. Купим батареи, и этой зимой хотя бы будем с батареями. Останется только утеплить дом, и все будет чики-пуки.